Тропические попугаи в семье и на передвижной выставке, открытой при Универсальной библиотеке имени Абая, представлены 22 вида экзотических птиц. Среди них есть и австралийские нимфы и розелы, южноазиатские и александрийские попугаи ары и какаду. Здесь есть и вошедшие в Красную книгу туканы из породы токо. Попугай с большим клювом обитает в Южной Америке. А попугай ара по кличке Абу снискал любовь посетителей тем, что умеет разговаривать. Кроме птиц, есть и обезьяна по кличке Боня. Очень веселый и активный полуторагодовалый детеныш обезьяны уже стал любимцем посетителей. Те посетители, которые, увидев здесь экзотические птицы, хотят узнать о них побольше, интересуются их происхождением и так далее, могут воспользоваться услугами книжной выставки.